Мы ее убили. Она заслужила. Плохая собака. Грешна. Не бывает грешных собак. Грешны бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно, а в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом. Завидует, вожделеет. Даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жоржик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару. Завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил?